Наша задача эффективно нейтрализовать любые военные угрозы безопасности России, в том числе связанные с созданием стратегической противоракетной обороны, реализацией концепции глобального удара, ведением информационных войн. И сегодня, в 21 веке, для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно применяют при разработке вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки. В России, как и в других странах, подобные разработки также ведутся. При этом, проектируя и создавая перспективные системы вооружений, мы неуклонно и неукоснительно соблюдаем соответствующие международные обязательства, которые в свое время брала на себя Россия. Тогда как, к сожалению, и мы тоже об этом знаем хорошо, некоторые страны фактически перечеркивают ранее достигнутые договоренности, например, в области ПРО, и, безусловно, делается это в стремлении получить односторонние преимущества. Мы будем и впредь делать все необходимое, чтобы обеспечить стратегический баланс сил. Попытки его изменить, сломать, считаем крайне опасными. Давайте еще раз вспомним о том, что именно вот этот стратегический баланс сил, который сложился в конце 40-х, 50-х годов, в 50-е годы прошлого столетия, позволил миру избежать крупных вооруженных конфликтов.